Друзья, всем привет! У меня произошло такое ЧП. Собралась снимать же салат с одуванчиков. И вчера вечером, значит, засолила я их, показала, как все это сделать. А сейчас досняла эти, ну, два. Получилось у меня почти два салата. Вот. Вернее, разные заправки просто сделала. И решила почистить телефон перед тем, как загружать в монтаж кусочки видео. И решила почистить. Ну и все, и удалила я первую часть того видео, где делала засолку листьев. В общем, расскажу, что сделала. Промыла листья одуванчика, нарезала их не очень мелко и в пол-литре воды растворила половину чайной ложки, ой, не чайной, а столовой ложки соли. Хорошо все размешала и поместила листья одуванчика в эту водичку. Оставила на ночь. Хоть я и не собиралась, но все-таки думаю, пусть оно лучше подольше постоит и вся эта горечь выйдет. В общем, а теперь смотрите то, что получилось. Доснимала сегодня уже утром. Итак, наступило утро следующего дня. Одуванчики, значит, водичка стала такая немножко темная. Видите, они приобрели такой оливковый цвет, как огурцы при мариновании. Заливаешь их водой, да, кипятком, и они потом раз и меняют цвет. Так и эти немножко такие стали темные, зеленого цвета. Перед тем, как вчера нарезать, я один листик откусила, попробовала. Жевать просто было невозможно, он был горький. Сегодня пробую. Уже горечь почти ушла, но остается такая легкая горчинка, все-таки присутствует. Что еще? Щавель промыла. А, да, я это сцедила, значит, промыла холодной водой. И вот уже у меня в миске. Щавель я решила брать не весь. Вот, немножко, половину той порции, сколько вчера сорвала. Вот эти вот части тоже я уберу и нарежу. Ну, тоже такими не очень мелкими, не очень крупными. Можно сделать, как я уже говорила, можно сделать это с такой заливкой, с лимончиком и оливковым маслом. Но за счет того, что здесь у меня щавель, я, наверное, лимон добавлять не буду. Так, теперь сюда нарежем помидор. Можно сделать просто с вареным яйцом. Но когда есть свежие овощи, почему бы их сюда не добавить? Будет тоже очень вкусно. Так, и нарезаем вот таким кубиком помидор. Получится легкий овощной витаминный салат. Вот я не знаю, чем мне его лучше заправить. Муж у меня с маслом не любит. Лучше, говорит, заправляй майонезом. Вот так несколько штучек оставим сверху на украшение, чтобы поярче было. Так, теперь нарежем огурец. Огурец можно соломкой нарезать или, опять же, кубиком, не очень крупным. Вот интересно, до цветения одуванчик тоже такой же горький или нет? Говорят, что, ну, где-то я вчера, так, ради любопытства, погуглила все эти салаты. Я вот не делаю, я говорю, я первый раз делаю с одуванчиком салат. И пишется, что лучше использовать одуванчики до цветения. Так что, девочки и мальчики, если смотрите, уже они цветут вовсю. Так сказать, это уже у меня экспериментальный такой салат. Вот так. И еще чуть-чуть оставим для украшения сверху. А это добавим сюда. Ну, наверное, заправлю я все-таки майонезом. Так, еще можно сюда добавить, ну, так сказать, для сытности, что ли, да, два яйца. Я их вот
приготовила, почистила, но я их потом просто положу сверху, чтобы украсить блюдо. Так, ну теперь что? Чуть-чуть посолить и добавить майонез. А знаете, как я решила все-таки? Я решила смешать вот это все и разделить на две порции. Одну порцию я сделаю с маслом, а вторую с майонезом. Да. Такое я еще не ела. Да что вы сбегаете? Так, все перемешали и половину вот сюда я уберу. Это будет с маслом. Вот так. Но красиво. Летний, зеленый, ароматный. Так, а это будет с майонезом. Так, поливаем оливковым маслом. Вот так. А сюда добавим майонез. Так, это уже сюда. А чистой ложкой майонез добавим. Ложка. И еще одна. За счет овощей и за счет щавеля я думаю, что горчить не будет. Ну, он так уже чуть-чуть легкая горчинка чувствуется. Но, кстати, вот знаете, где-то я такое... Ну, где-где? В интернете, естественно. Прочитала, что вот эта вот горчинка в одуванчиках. Или же бывают такие сорта огурцов, да, или это зависит от лета, какое жаркое лето, огурцы начинают горчить, да. Знаете, наверное, такое. И я прочитала, что вот эта вот горчинка в огурцах, она как раз очень полезна. Полезна тем, что как бы тормозит развитие раковых клеток в наших организмах. Так что вот. Если горчит, это не значит, что это... Ну да, невкусно. Но не вредно. Вот. Ну, такой лопухастый получился салат. Интересный. Все помидоры утонули внизу. Вот. Так, что еще добавим? Так, секунду. Выложила на тарелочке. Все это все-таки длительно. Не стала это показывать. Вот, выложила на блюдо. Огурчики с помидором разложила кусочки. И теперь яйцо разрежем на красивые дольки. И положим к этому салатику. Этот у нас и так с майонезом. Вот этот у нас будет вот так. Аппетитно и красиво. Вот так. Так, и еще. Ну, половинку уже вот так сделаем, положим к этому. Вот так. Пусть будет. И здесь доукрасим. Все. Нарядненько и вкусненько. И полезненько. Все. Ну как? Нормалек? Такой яркий и красивенький. На вкус попробовала. С майонезом. Мне очень понравился. С маслом. Ну, так как я тоже с маслом не особо. Но вкусно. Чуть-чуть горчит. Самую малость. Вот одуванчик, да? Но когда вместе с овощами, вот с огурцом, и помидором, и с маслом. Вкусно. Но горчит. Но не сильно. В общем, все вместе получается нормально. Ну все, с вами была Наталья. Пробуйте. Конечно, уже они цветут вовсю. Так что этот рецепт лучше на следующую весну. Вот такие салатики.
наполним себя витаминами, насколько это возможно. Все, всем пока.